Родился я, в советское время, это не стало. А в 26 лет я уверовал в Бога, я познал, что есть сущий Бог. Ну я еще от Бога ничего не видела. А вот так и его не видела. А он все везде свидетельствует о себе, природой, людьми сотворенными. Если бы Бог был, он бы давно наказал всех. А он наказывает? Как ты наказываешь? Да вот убийца убьет человека. Смотрите. Тюрьмы переполнены, как же вы эти не наказываете? В Сирии убивали христиан, в Сирии, игиловцы, но Господь сейчас наказывает. Да сейчас война везде. Везде, так это за грехи людей Господь наказывает. Вы бы, если Священное Писание бы читали, вы бы знали, почему Бог так поступает. Я даже не хочу читать, потому что я вижу жизнь свою. Да мне все равно, мне уже все нужно. Как это? А впереди-то вечность. Там, ну, будете, там будете в аду, если вы во Христа не уверуете, как лично спасение. Да может в аду лучше. Вы погибнете. Да. Какой лучше? Вечность, нескончаемое, мучение. Да просто вы там будете. Надо не делать всяких грехов. А что вы не наделали? Нет. Самый главный грех, Господь говорит, потому что не веруют в меня. Самый главный грех – веруют во Христа, в того, что пришел с неба Сын Божий. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Неродного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Смысл человеческой жизни только для того, чтобы здесь преобразиться в образ Божий. Бог нас направляет. Но мы своей волей, конечно, у нас своя воля есть. Грешим или не грешим, от нас зависит. Но Бог-то говорит, не грешите. У меня грехов нету, мало. У меня мало, если как есть какие-то. Вы в Бога не веруете, как вы не грешили? Это самый главный грех. Это еще не грех. Это самый главный грех. Ну как, откуда вы это знаете? Вы если вы Библию не читали, ничего не знаете, откуда вы это знаете? Покайтесь, а что такое грех, по-вашему? Что такое грех? Грех, вот допустим, убил человека, пошел в церковь. Ему батюшка грехи отпустил, он вышел оттуда и опять убивает человека. И опять идет. Вы знаете, вот в тюрьме все сидят, в тюрьме кто? И все сидят ни за что. И там они, знаете, какие верующие. Ой-ой-ой, да он выйдет, начнет жизнь по-другому, а сам делает 5-7 ходок. И убивает. Я вам это говорю, потому что я работала. Ну хорошо, убийство это грех, согласен. Тем более рецидивное убийство. Еще что-то, кроме убийства, еще какие грехи знаете? Да грехов много. Врут, воруют. Друг другу пакости делают. А вот я в своей жизни не делаю пакости. Вот мне дружила с подружками, они мне пакость делают, а я никогда этим не отвечу. Потому что я хоть в Бога не верила, но... Совесть. Дело даже не в совести, а дело в том, что я всегда думаю, если я пакость сделаю, я такая же, как они. И Бог так, если он есть, он и меня докажет. Этим же я буду такая, а я не хочу. Я не хочу. Ну как же вы говорите, что он, если он есть, если вы в него не верите? То... Я не верю, но у меня... Ну, тогда и делайте пакости, он вас но не накажет. Но у меня летит иконка на кровати. Мария, как она, святая, с ребенком. Вот, летит. Богородица. А ребенок это Иисус Христос, который землю сотворил и небо. Вот эта иконка. А верите, что Христос воскрес? Да кто его знает? Если бы вот увидеть, так я бы сказала. Ну я же не видела. Ну а Пасху яйца красите? Крашу. Ну я в церковь не хожу. Ну а красите-то это... Все говорят на Пасху Христос воскрес, воистину воскрес. Ну говорим мы между собой. Ну а на самом деле не верите? Значит, лицемерите, врете? Я не лицемерю, я говорю правду. Я вот вам соврала, что я не верю. Вы говорите, это уверен, я вас не пойму. Но если ко мне... Вы полуверующая какая-то. Да не то, что... Вот если бы это увидела... Может быть, это... в душе у меня но есть. Но если бы вы увидели, вам нужны доказательства какие-то, да. Все равно, да? Да. Да, блажен, кто не видел и верует, написано. Слушайте, дело в том, что
верить одно. Делами надо подтверждать свою веру. Да. Вера без дел мертва, в Священном Евангелии написано. Здесь я с вами согласен полностью. Я и говорю. А то все говорят веру, веру. Да, да. А делами отрекаются. А сами делают. Истинно так. В церковь, думаете, верующие ходят? Богохульники. Не все верующие ходят. Согласен. Так что я по первости ходила в церковь, но я ходила не потому, что там верю, не верю. Я ходила, там хорошо поют. Идешь как в опере. В церковь ходили как в опере. Поют хорошо. То, что хорошо, это есть, да. Вообще. Еще бы было бы понятно, что поют, было бы вообще хорошо. Да вот я в оперу хожу, там мне ничего не понятно, и в церкви ничего не понятно тоже. Нет. Там Господи помилуй. Да все, почему? Ну почему? Там просто Господа просят о чем. О чем? О чем в церкви люди Господа просят? Ну как же свое, что-нибудь хотела, ну как выпросить прощение. Прощение? Да. Так что... Материального основного просят. Денег, работы, жилья. Духовного-то не просят, чтобы душа очищена была. В голове этого нет. Я как-то вот безразлична. Мне мало-мало... С вами вот поговоришь, как будто со святым человеком разговариваешь. Вот бескрестный совершенно. Есть у меня немножко денег. Да, прожиточный минимум. И хватит. Я все удивляюсь, хватает, тот украл 20 миллионов, тот украл. Я сына своего спрашиваю, говорю, сына, вот для чего ему столько денег? Гробы, что ли, открыли? Он богатый у вас сын? Нет. Нет. У меня два сына. Два сына близнецы. Вы поймите, женщина, написано в Евангелии, подожди, написано, если человек не верует в единородного сына Иисуса Христа, он погибнет на вечность. Понимаете? Ну как всякий это? Верующий, это как там написано так? Верующий вот, сына вот. Имеет жизнь вечную, да, а неверующий не видит верить. Жизни, но гнев Божий же, пребывает на нем. Сам это главный вет. Господь прямо сказал, потому что не веруют в меня, во Христа и не верят. А остальное все это то, что мы нравственно живем, мы также будем осуждены. Потому что путь спасения на небо только через Христа. Господь говорит, я есть путь и истинный жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Все, другого пути нет. Мусульмане не спасутся, никто не спасет. Если вот я уже училась... А это бесполезно. Я сам только 26 лет пришел, я был тоже атеистом. Пил, улицы гулял и так далее. Но я всю жизнь не 79 лет. Чего вы хотите? У нас многие в старости приходят. На одре болезни уже приходят, когда уже умирают. Нет, в церковь я не пойду, туда не все... Сюда богохульники ходят. А я на это не смотрю. Я вот православный, я не смотрю. Церковь-то... Я иду к Богу в первую очередь. А Бог основал церковь. Я туда в эту церковь иду. И Господь, Он исправляет такие вещи. И просто наказывает, исправляет. Если в больнице все больные, то чтобы туда же мы идем. Все равно смотрите. В Библии так написано, ибо всем нам должно явиться перед судилищем Христовым, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, добрый или худой. То есть за все мы будем отвечать. А вы верующие, какая у вас вера? Православная. Православная. Я желаю, чтобы ваша душа спаслась. Потому что это все, что мы здесь болели, переживали, там за детей, за внука, это все будет пустое, если вы его Христа не уберете. Это все будет пустое. В вечности, когда вы пристанете на суд Божий, когда все умрут и воскреснут, вы будете горько плакать, но покаяния за Богом уже нет. Нет покаяния. Теперь уже все. Есть. Вот прямо ныне Господь, ныне день спасения. Встаньте на колени перед Христом, воззовите. Все. Ты будешь вечно где находиться? С неприятелем или со Христом? Понимаешь? Что, бесплатно можешь взять это, положить себе и посчитать, как это? Помоги Господь. Кончилась уже одна осталась. Нет, ты не знаешь. Позвольте подкрепиться. Словом Божьим, можно подкрепиться? Вы читали Евангелие от Иоанна 6 главу, где сказано, кто не будет пить кровь и пить кровь, плоть, есть плоть Сына Человеческого, не будет иметь жизни.
А истинное причастие тела крови есть только в реальной церкви Иисуса Христа. Это православная церковь в нашей стране, например. Есть рукоположение от апостольских времен. Знаю. Вот тут есть визитка, может, у вас в интернете, если можете, тут много чего узнать. Да у меня нет интернета, я сам бродяга. Господь посылает испытания, чтобы вас, так сказать, испытать вас, или чтобы вы приняли решение. Нас не надо искушать, не надо искушать. Пусть от лукавого уберет. Вот такие вот, избавь нас от лукавого, так и молимся. Поэтому я всегда ради Бога, прости меня, Господи. Пусть я выпиваю, я бродяг, да. Но то, что я верю и это самое, это да. Видите, что написано, что пьяница Царство Божие не наследует. Знаю. Ну что вы надеетесь? Слово Божие ясно говорит, что пьяница не имеет никакого шанса на спасение. Все равно рабу Божию. Что? Рабы. Ну как? Пьяница, он уже раб дьявола. Или раб греха. Кто кому подчиняется, тот тому и раб. Это искуситель ему, да. Уже нас, если мы пьем, то значит... То ты уже дьявола раб. Дьявола, да. Но! Я же свое верю, я свое же это самое, я то, что я это... Ну свое это, когда Иисус написано Иисус. Свое, Царство Божие пьяница не наследует. Вот в это вы верите, если вы верите, вы бросите, если не верите, вы будете пить. Вы дьяволу верите, а дьявол вам говорит, пей, ничего страшного не будет. Знаете, я вот много вот, во всех церквях, да во многих, ну что теперь? Вот каждого, если верю я Иисус Христу верю. Верим-то мы все в Иисуса Христа. У каждого, ну, движение разное. Немножко чуть-чуть там у них по-другому. Но я же не это самое, я же пути, ладно, убиваю. Ну как? Она мой начальник. Если мы не выйдем, мы замерзли. Это зимой было. Ладно, сейчас тепло. Ради Бога. Ну, выжили. Живем. Выжили. Тянется. Ну, что ж теперь. Теперь выходит, сказали. Теперь что бы не типа отошли уже, это что-то, кто-то что-то не верит или как-то. Как это так? Ну что, теперь не люди или как? Мы же рабы Божьи. Раб Божий – это тот, кто исполняет его волю. Бог сказал, пьяница не наследует, надо не пить. Но если вы пьете для того, чтобы согреться, то тут спорный вопрос, чтобы не умереть. Пьет водку, чтобы поэтому, зимой не замерзнуть. Ну как, если мы… Для как, него лекарство. А куда нам? Лукавство какое-то, наверное. Даже, это, конечно, да. И, ну, он сейчас летом он тоже будет греться. Нет. Скажет, холодно. Греться, да? Нет, почему? А летом пиво, чтобы от жары не сгореть. Да нет, мы этого ни этим не страдаем. Ну, мы зиму уже пережили, ради Бога. А теперь вот как? Ну, жизнь такая. Теперь не пьете? Да пьем. Ну правда. Зима кончилась, а пьянство продолжается. И нет. Ну и что вы тогда мне говорите, что вы. Чтобы главное, благовидная причина, чтобы не умереть. А мы рабы Божьи. Сейчас теперь нет. Сейчас какая причина пьете? Не умрем. Как говорится, сейчас какая причина, что продолжаете пьянствовать? Зима кончилась. Жить, ладно, сейчас теперь можно и в тепле, может, тепло. Можем и так жить. Вот вы говорите, что вы пили, чтобы не умереть от... Это зиму. Зиму. Сейчас зима кончилась, продолжайте пить. Какая теперь причина? А какая? То, что ни работы нет. Вот мне 57, другая теперь, 57. Работы нет. Хорошо, работу сейчас я вам дам. Бросите пить? Так я вас в пьяницу не возьму. А кто вас видит? Вот и не возьмут. Ну и порочный круг получается. На выпить деньги есть, да, на работы нет получается. На выпивку находится. Когда есть, когда их нет. Вот сколько говорит вам лет? 57. А что вы хромаете? Я руки работаю, нужна. А сколько вам лет? 57. Нет, 42, 35, 42. Вот такие года. Ну а что вы можете вот работать, что вы можете? Ну я только по технике. По технике? Да. С леса? И строитель, только по технике. Машины или что? Любые. Пойду дальше. Любые я и
Видите, специальность есть, а что ж, бросили бы пить, устроились бы слесарем, то что сейчас? Кто там с ним? Да потому что вы пьете, вас никто и не берет. Нет, не в том дело. А в чем? По годам. По годам? По годам не подходит, 57. Ага. А вот мне помоложе нужно, то по строительству, то по это самое. Поэтому и не берут. 42. Ну, помоги вам, а что, Господи, вы хромаете? Вот, а вам сколько, 42? Мне 57. 57? Мне 57. Я 58. Пенсию не получаете? А? Пенсию не, нет? Ну, пока еще не дожил до пенсии. Пенсия 60, 60? Да, 60. Поэтому... А где, она... а где живете? Где придется. Вот что. На теплотрассе? Нет, теплотрассе я не живу никогда и не был, не буду, и не жить, не буду никогда. Я в вагончике живу, в охран... ну, в охранном вагончике. Там, там. На стройке, да, где-то? Нет, не стройка, там была стройка, была охранная, была когда-то вагончик, а сейчас он заброшенный, и я уж три с лишним года там живу, там, в этом вагончике. Ну, там печка у вас есть? Нету печки? Была. Была? А сейчас нету, я уже сюда уже зашел. В центре был, на Новосиликатном, пятидесятником. Ага. Потом Баптиста был. Помогло вам, нет, эти центры? Чем-то, чем-то, да. Я их изучил, Библию я почти все знаю, почти всю. Все эти... Ну а там вот, когда вы были в этих центрах, вам разрешали пить? Нет. Нет? Нет. А долго вы там пробыли? Ну, если вот конкретно, то там каждый да, по полгода был. По полгода? Да. А вот встречались, вот, кто вот в этих центрах был, и те бросили пьянствовать и колоться? Есть такие, встречаются? Есть. Есть? Есть. Сколько процентов? 50 на 50 или? Ну, процентов 30. Процентов 30, которым помогло это, да, избавиться помогло, от греха, да? Который, да. А тепло настало, они сейчас все уходят с этих рецептов. Уходят, уходят, это все. Тепло настало. А вы почему ушли оттуда? Да я ушел вообще-то в феврале. Но я это... в феврале сам... А, ну, а почему ушли, почему было... там не остались? Все не понравилось-то там? Ну, у меня немножко, у меня свое здесь. У меня женщина здесь была. В смысле, здесь, в Барнауле. А, вы из-за женщины ушли? Из-за женщины ушел, да. Поэтому а, и... понятно. Ясно. Ну ладно. Читайте Евангелие с Богом. Победил его. Ну, конечно, ты с ним в союзе. Возьми Святое Евангелие, веру во Христа. И с Богом. И с другом вместе читайте Слово Божие и ходите в православный церковь. Ну, лет 10. Извини, я уже перепутал. Боже. Ну, лет 10 назад, наверное, да, было? Ну, у нас сначала, конец света, когда один... Я работал в МАН. Конец света кто объявлял? Сатанисты. Сатанисты? Ну, а что? А, вы работали в Знаменском? Ну, в женском монастыре. В женском монастыре кем? Ну и сторож, и дворник, и садовник. А на занятия в политехнических и на Тихоновичем как долго ходили? Ну, слава Богу. Ну, пока он мне не сказал, что православный должен ходить с бородой. Валик. Святой Евангелие. А я там в жизни, я в миру, у меня семья. А вы по-мирски решили, а жена против, что мы с бородой? Я попал в лоб. Куда? В больницу. В больницу попали? Никогда на больницу. В дурку, что ли? Из-за чего? Сказал, что потом, блядь, челюсть сломал. Мужчина, Святое Евангелие. Сказал, что сатане челюсть сломал.
вы сатане челюсть сломали? А это вы ходили, всем говорили, да? Но этого же не было. Я сломал другому, я потом Евангелие. А, вы его сатаной. Если верите в Евангелие, Христос слушает. Русская православная церковь, вот святой Евангелие, святых апостолов Христовых, учение Христа, как душу спасти для вечности. Брать. Желаете знать Слово Божие? Да. Бросать курить? Сделай икону Богородицы. Ну, так вы против того, чтобы мужчины не брились-то? Я против. Я бы не против. А что мешает вам? Жена, что ли, под каблучком? Что ты имеешь? Ну, вопрос. Надо просто. А что, почему вы бреете? Они зажгли у меня самые. Силикат? Ну, а сейчас-то почему? Они сбрили, почему дальше? Без шапки. Единственное, что верно. Потом, знаете, тело воскресло. Господь воскрес наше тело. Без страха. Все хочется взрыв. И послайте, что раскроются книги, и все ваши дела там будут записаны, как вы жили в этой земле. Чтобы иметь спасение перед Господом, нужно иметь веру во Христа, потому что вера во Христа люди спасаются. И через эту книгу можно уверить во Христа. Все чувствуешь. Она тебе есть, чтобы можно взять Слово Божие. Нас удастся. Ну хотя бы туда визит. Слава Христу. Святой Евангелие. Докурите, потом подойдете. Святой Евангелие. Так вы продаете, как продаете? Нет, не продаем. Бесплатно, бесплатно раздаете. Давай, переставай, дорогой. Дело в послушании. Бог говорит, не прикасайся. Бог говорит, страница Святой Библии. Ну это не веришь, бреешься. Был бы маленько страх Божий, да пропади она эту бритву, выбросил бы все. Иди, ступай и не брейся, мой. Мерзости. Передайте. Вот, в камеру можно передать, он увидит. Игнатий Тихонович, привет. От Сереги. От Бога. Это прям как я. Через 40 дней. От Серега от Бога. Не расставлю. Это еще будет без купола. Да, Господь помогает. Да, помогает. Когда вы узнаете, что вы будете меньше купола, вы сразу будете пить и курить, потому что это такое дело, что вы сразу поймете, что это страшный грех. Да, курит, но тоже себе вредит. Тем не менее, вы и себе не нам вредить, понимаете? Все люди этим дышат, вы просто эгоистично, бесстыдно курите, и все это... Дети там ходят, а вы всех отравляете. Да. Это не просто как. Понимаете, что вот после я по-другому не могу. Ну это не моих сил, понимаете, если вам будет у вас вера и страх Божий, вы это сможете сделать. Вот, через Слово Божие вы веруете, что Христос в самом деле спустился с небес и умер за ваши грехи. Вы должны надеяться грусти курить. Но это все ваши пожелания, ваше душевное стремление. Желание-то есть, а вот есть, не дается такое. Курить это. Это, конечно, грех. Но главный грех, что Господа не видят. Это главный грех. Всякий грех простится, кроме Духа Святого. Если вы не верите, что Господь вас может исцелить, это вам не простится. Вы не слышите никак. Господь может. Боже, да. А вы знаете, вы не исполняете. Вам не хватает, знаете что? Хватает. Как это слово называется? Мотивация. Нет, нет. Знаешь, что Господь? Когда сразу раз решимости не хватает. Правильно? Так сигареты. А где? Решимости. Сигареты с собой доставай. Ага, вот, решимости не хватает. Ну, сделай раз в жизни. Ради Господа Иисуса Христа умершего за твои грехи. Плюньте на этого сатану. Да он тебе говорит. А я вот и заметила. Сатана тебе говорит. Оставь, не отдавай сигареты, трави себя. Сатана тебе сейчас говорит. А Бог говорит, отдай. Вот Бог тебе говорит в моем лице, отдай сигареты. Вон, урна зеленая, вот, иди выбрось туда. Сейчас. Ты никогда будешь курить не будешь. Не спокойнее будешь, то есть я, например, вот так вот. Да?
Пошли. Нет. Ты веришь, что я тебя люблю? Это громкие слова люблю. Это громкие слова. Как можно любить? Да громко, да это как? Можно просто говорить. Да не просто я говорю. Пошли, вот, конкретное дело. Сигареты выбросим. Начнем шаг один. Хоть у нас получается, что вот я могу вам вот чем-то, например, то самое. Да я вам. Вот, сейчас о моей любви к вам идет речь. Я хочу вам помочь, чтобы бросили курить. Дайте ваши сигареты выбросить. Рука не поднимается. Рука не поднимается? У меня поднимется. Да, нет, в каком кармане? Давайте я выброшу. Я вам помогу по любви. Я не хочется она. Не принимает любовь Христа. Нет, любовь. Значит, вы... Давайте. Меня. Так, пострадала. А вы буквально вот этими папиросами ему забиваете гвозди в руки. Каждый раз распинаете, грешите. Христос говорит, не грешите. Курение это самоубийство. Их даже в церкви не открывают самоубийство. Там, а это то же самое. Вы курите, вам Господь отдал 100 лет, а вы 20 лет своим курением табаком. А подождите, вот я молюсь, мне тоже кто-то сказал. Жизнь сокращает. Я пила, сильно пила, очень. Да. Прям по всей. Я молилась, Господь мне курит. Я хожу в магазин, вижу на водку, меня прям вот так. Ой, я говорю, хватит, Господи, я свободна. Да. А с курю еще. Пошли эти, пойдем. Да. Ну так разберусь, куплю опять же самое. Я говорю, да? Бывает. Купишь, может нет. Ты сейчас выброси-то. Начни с малого. А там посмотрим. Видал тебя. Сатана, как ее это, пусть крутит, лежат. Крутит. Послушай да, ему, иди сатане, слушай. Служи. Он тебя еще и к водке опять вернет, этого нет, духа. Нет. Я же поняла, себя сходить освободил от водки, это же все. Даже кто-то бывает на работе. Да написано, если дух злой ходит и не находится, и возвращается обратно. Если Господь очистил, занял там место, то уже да не занял, там табак у тебя. Какой там Господь? Табак. Господь. Такая же... Иоанн Кронштадтский. Что? Иоанн Кронштадтский, да как сказал, скажи. Иоанн Кронштадтский, как сказал? Уста курящего, демонская кадильница. Уста курящего, демонская кадильница. А ты как будто невозможно слушать Богу и мамоне. Невозможно курить и говорить о Боге. Курение, ты сама себя травишь. Разве ты не знаешь, что ты храм Господень, не Дух Божий живет в тебе? Что разрушит все храм, того покарает Бог. А ты легкие рушишь, печень рушишь, сердце рушишь. Зачем ты это делаешь? На суде Божьем как будешь отвечать? Я не могу, я даже... Можешь? Что, Евангелие? Да можешь. Значит, ты рабыня греха, рабыня страстей. Не может он. Как не может? Я смог, он смог, а ты не можешь. Вот сила Божия, мужчина, вот сила Божия. Господь говорит, воззови ко мне, я услышу тебя. Воззвать надо Богу. Захотеть. Наша свободная воля не дает нам этого шага сделать. Так, а я говорю, можно того грешницу, что меня Господь не слышит. Не слышит. Вот, а ты потому что ты не молишься, потому что вы противитесь. Давай вместе помолимся, Господи, избавь меня от табакокурения. Давай вместе, Господи, избавь меня от табакокурения. Прости меня, грешница, помоги мне бросить курить. Помоги мне, Господи, помоги мне. Давай, сигарет. Не слышит он тебя. Ну, ладно, плохо молишься, надо. Может быть, это, может на колени встань дома. Да вот я слышу. Да, так молишься кому-то, но ты и не хочешь кому-то. Ну так не, может, это самое надо вот как. Ты не веришь, что это грех. Не веришь, что это грех. Это грех. И мне это вредит. Да. Ну а что ж ты от этого греха не выбросишь-то? Что мешает? Сатана? Мне я вот. Плюнь ты на него сам... тебя плечо. Мне, я думаю, вот так положить, а не пусть лежат, да, сам. Перебороть. Я чувствую, у меня две силы какие-то во мне. Да. Вроде бы две силы. Да, я начинаю это. Вроде не хочу, и в то же время тянет. Я вот никак не могу понять. Мне все же интересно. Поговорить, что, как это самое. В чем дело? Почему так? Вот две силы, конкретно. Я не могу. Как бы я уж не сама, не своя. Ты это, вот смотри. Тебе нужно наплевать на сатану и отдать сердце Богу. Вот две вещи. Наплевать на сатану и сатана. Ты... Вот, я тебе предлагаю наплевать. Выкинь сигареты, выкинь. Наплюй на сатану, потому что пока ты на этого господина не наплюешь, ты второго господина служить не можешь. Невозможно служить двух господам, Богу и мамоне, Богу и дьяволу. Невозможно. Надо от одного отречься, от дьявола отречься.
крещение принимаем человек, крещение, крещенный, нет. Да, в детстве крестили. В детстве ничего не понимал человек. А маленький как-то вот растет. Маленький крестит, поверь родителей. Родитель верующий, он этого ребенка должен привести, читать ему Евангелие, Слово Божие. Он тогда не будет ни пить, ни курить. А вас кто крестил-то? Безбожники крестили-то, они вот крестили, курнули и дальше пить, гулять. Я помню это самое, вот... Если бы вы были крещены правильно, верующими родителями, лет, вы бы не пили 30. И не курили. Не пила, не курила, спортом занималась. И в лет, а что ж произошло? Там дом купили вот здесь. Там, дом где? Дом где? Вот, нет, вот это самое, у нас сразу. Это какой-то вот, не знаю. Между мужем и мной, вот какие-то вот разногласия начали. То жили все нормально, все хорошо. А тут все вот как поменялось, вот он приходит специально. Грешить начала, пить грешить начала и все. До этого, я же говорю. До этого? Да. Не пила, не курила? Нет. А зачем начала? А у нас, знаете, что еще соседка рассказывала? То есть, когда мы купили... Ты каяться будешь, чтобы курить или нет? Я раскаиваюсь. Иди бросай сигареты, раскаивайся, больше никогда не поджирай. Не хочешь каяться, врет стоит и все, пропал. Не, вот. Я раскаиваюсь, сама сигарета в кармане у нее. А я завтра пойду опять куплю. Ну, какое же это раскаяние? Раскаяние в истинном, что нет, как вот ты на водку смотришь, тебя воротит. Да. Пошли на сигарет. Я свободна. Да, так здорово же. Конечно. Давай, надавай сигарет дальше. Белый так, свет увидела. А, какой ты увидела, ты только плав черной дымки, вот самокурная. Увидела на свет. От водки увидела, ну и так же сигарет. Почему? Ну, прям на это тебе, да я тебя хочу, потому что спасти от этого греха. Потому что сам курил. Я не простые сигареты курил. Вот такие, знаешь, прям, от которых прям в космос летают. Ну, это Господь избавил. Молись чаще, каждый день молись. У меня знакомый тоже. Пойдем сигареты. Вы знаете, вы как-то сильно так напираете, так нельзя. Не, а как я буду видеться? Пожалуйста, она тебе очень... Не, 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 так, тут не нужно... Я не знаю, но вот... Ну-ка, пойдем сигарету в как? Никак, не так, не так. Все, дьявол, я обшутал. Я хочу. Ну, давай, ну что делать? А вы здесь часто бываете? А вот каждое воскресенье. А, я скажу, я молился. Я тоже помог. Он помог, он силен помочь, если мы сами это вот так хотим. Так если бы он вот это все сотворил, потому что он не в силах не помог. Сила, сила. Ну, вот я. Но вы сами должны шаг ему навстречу сделать, показать, что вы готовы. Вот этот шажок до урны сделать вместе и бросить, и он дальше вам поможет. А так, если даже первый шаг не сделать, первый надо шаг навстречу сделать. И он войдет. Распахните это сердце, покажите, что вы готовы его принять. Вот этот, который изгоняется, только молитву и постом. Сейчас пост идет, и поститесь. Ой, я пощусь, у меня денег нет, Александр, нет. Ну как пощусь? Хоть... Не, а как, мясо я не ем, потому что нет. Потому что денег нет, да? А были бы шоколады, да? Нет, ну что такое? Молоко, я и... Молоко. Ни молока у меня нет, вот и крупа, пермон, бутерброд, хлеб, это самое, все. Немножко как-то, а как? Какое благовествование? Да приблизилось Царство Небесное. Ну ладно. Ой-ой-ой. Счастливо. Ну бросай курить. Бросай. Это Евангелие, это Христа. Я тебе скажу одно. Ты живи. Заповеди не нарушай. 9 заповедей. 10. 10, да. 10. Помогай Господь. Живи, не нарушай заповеди. Прости, Христос. Аминь. Хорошо. У вас визитка еще есть, да? Есть. Вы никогда не ваши? А это православный. Да, это православный. А написано по благословению патриарха. Перевод может быть и баптисты, и сектанты переводят. Но перевод православный, либеральный. Кто пользуется сектантами? Сектанты этим переводом пользуются субботно. Ну, это хорошо, что они этим пользуются. Как хорошо, они люди вне церкви. Они не правильно толкуют его, не совращают. Не толкование не верят. Нет священства, нет действия. Законы для них выдалы изображения. Они говорят, тысячелетнее царство, что Христос придет на тысячи лет раньше, забирать с собой праведника. У них будет у всех. Они тело и кровь Господа не... Я вчера вышел на сайт
на сайт специально. Смотрел, и я вышел, знаете, куда. Все забыл. А что там было там сайте? Да, сейчас я там видео, там текст. Вспоминаю. Искали-то что? Вот это по того, до Библии еще были. Так. Упанишады вот эти, вы в курсе? Даже и увидели. Нет, это мы, Библия, это Моисей по этим книжкам написал первым. Дальше пророки писали и апостолы Христовы. Мы это принимаем. То, что было битва, это все решение. Не Божие. Это дьявольское учение. Подождите, до Христа это что? У нас что было до Христа? Нет, тут на Руси-то? Да. Тут, наверное, дремучие леса были, может, редко какие-то там бегали аборигены с топорами. Больше это были язычники полноценные. Они приносили жертву детей. Вот Бог урани, это самое. Да, ну, они подходили с фалосом, ребята, все, и докладили. Нет, Нет, вот я про Бога Ра. Это языческое божество, по сути, это демон, натуральный демон, который у людей прельщал своими видениями, являлся этот демон людям, и они поверили, что на самом деле это Господь. Но это они от своего развращенного ума, они отвернулись к пути Господня. Уже написано, что... Нет, вот до Иисуса Христа вот это вот было... Был еврейский народ. Поклонялись. Был еврейский народ изначально. Нет. Был сначала Адам и Ева, слышали? Ну, это я говорю, да. Потом было население Земли, потом был великий потоп. Ной, его сыновья и дочери. Дальше распожали. Хам и кто еще там? Хам, Сим и Иофет. А потом был избранный народ от Авраама. Господь явился Аврааму и заключил с ним завет. А избранный кто это? Евреи? Все потомство Авраама, да. У него был его предок, был Евер. И нет, евреи это его потомство Авраама. Ладно, так. Спасибо. Да, вот читайте. Ну вот есть вот Библия святая. Вот тут запомни Библию, 77 книг. Идут. От начала творения мира, вот открываешь первую страницу. И сразу читаете. Книга Бытие. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидная и пустая, тьма над бездной. Вот тут есть визитка, сайт интернет, вот тут есть толкование Священного Писания. Святых отцов православной церкви, есть толкование. Тут написано, тут не форма физическая, ничего такого. Тут все написано повествовательно и доступно каждому человеку. А что не понимаете, есть толкование, все уже разъяснено. Братья, у нас в России это погибает. У нас наркоманов. Наркомания, преступность. 7%. Воровство правительства, кругом все загнивает. Короче, на алкоголиков, наркоманов и больных. Это 10%. Да? Мы статистику не знаем. Ну, примерно. Да. Подожди, ты не перебивай. Я разговариваю. Потом спросим. Я хотел сказать, что православие, где они есть, почему они не помогают. Вот крестьяне, те берут их за шкирку и везут центра какие-то, они там... И с ними занимаются. Православная церковь, они уклонились в корысть и прибыль. Они отвернулись от Господа. Вот в чем проблема-то. Нерешенный вопрос. Потому что пастыри пасут самих себя, народ оставили свой. Извините, я просто отвлекся, вот еще раз, извините. Пророки, это слышалось в Израильском царстве, когда священство, которое Господь поставил, оно оставило свой народ. Они только питались их прибытками, десятину брали, а народ не обучали. Они поклонялись чужим богам, зато будет Израиль отойдет в плен. И это ожидает России, если она не покается, если пастыри не вернутся к Слову Божьему, не будет людей учить по Святому Писанию вот этому. А только пастыри, это вообще про кого? Это иереи, епископы, все вот эти священства. И что они вот плохо, да, это самое. Я, может быть, давно не был в церкви, может быть. Я вот, как бы, если туда ходить, вот они прочитали, а я что-то не понял и... Потому что и ушел, и опять. Читают на языке древнем, законославянском, никому не понятно. Хотя есть, то есть сам их не перевод, но они им не пользуются. Ладно, спасибо. Спасибо. Это наш сайт, да? Вот этот. Вот, да, вот. Ну, тут, вот тут информации уйма у вас. На все, что только есть. Вопросы у вас. Спасибо. Возьмите Библию, вы там найдете. Спасибо. Так, где это?